Добрый вечер, дамы и господа, уважаемые любители баскетбола. Женский баскетбольный клуб «Спартанка» рад снова приветствовать вас в дворце спорта «Видное» на нашем первом матче в рамках Кубка Европы сезона 2019-2020 годов. Спасибо за вашу поддержку. Сегодняшний соперник «Спарты» группы «Б» коллектив «Бешикташ» из Стамбула, Турция, представляет команду гостей «Бешикташ». Стамбул, Турция. Номер первый – Мелик Узанаглу. Номер четвертый – Мелиса Кортмас. Номер пятый – Эгельсо Кортемес. Номер восьмой – Нина Бакичевич. Номер девятый – капитан команды Бахар Карлар. Номер десятый – Егор Милкис. Номер одиннадцатый – Эрик Байрам. Номер двенадцатый – Явон Андерсон. Номер четырнадцатый – Ниса Явчини. Номер семнадцатый – Катерина Сницына. Номер двадцать первый – Дейла Миддлтон. Номер 24-й Эмит Эмертекин. Главный тренер команды Чихан Акбум. Тренер команды Ахмед Йилдырин. Бешикташ, Турция. А теперь встречайте гордость Московской области. Четырехкратный клубный чемпион Европы. Трехкратный обладатель Суперкубка Европы. Двукратный чемпион России. Спартанка. Московская область, город Видное. Номер первый Дарья Курильчук. Третий – Сивара Нуриддинова. Номер шестой – Камила Агун. Номер восьмой – Татьяна Сёма. Номер девятый – Анастасия Комарова. Номер восемнадцатый – Дарья Репникова. Номер двадцатый – Морган Пёрч. Номер двадцать первый – Анастасия Зоткина. Номер двадцать второй – Эрис Ки. Номер двадцать четвертый – Майя Сапиулина. Номер 91-й – Ксения Левченко. Номер 99-й – Дарья Левченко. Главный тренер команды – Сергей Данилин. Тренер команды – Алексей Фадеев. Спартанка, Видное, Россия. Сегодняшний матч судит старший судья Алакбар Хасанов, Азербайджан. Судьи – Нила Хавара, Костя Гонцеговина и Елизавета Хамина, Беларусь. Комиссар матча – Емель Бегич, Беларусь. Уважаемые болельщики, в большом перерыве сегодняшнего матча состоится традиционная лотерея с розыгрышем техники призов от «Спартанка» и наших партнеров. Пожалуйста, сохраняйте программу матча, на котором указан ваш номер для участия в лотерее, и не расходитесь после окончания первой половины игры. Может быть, именно вам сегодня повезет.
Дышите штурцы «Спартак» «Комедия России» стартовой пятерки команд. Стартовой пятеркой «Дышитаж». Номер 4 – Мелиса Ахмас. Номер 9 – капитан команды «Бахар Аслан». Номер 12 – Ямон Андерс. Номер 17 – Екатерина Спинсона. Номер 21 – Дейла Миддлтон. Стартовой пятеркой «Спартак» А. Номер 6 – Амила Абу. Номер 8 – Татьяна Сёма. Номер 20 – Морган Гёрч. Номер 22 – Кейлис И. Номер 91 – Ксения Левченко. Thank you.
Бешикташ 4, команда фаул. Thank you.
замена Бешикташ. Это щитки Нины Добичевич, номер 8, и вам уступила Ниса Белчей, номер 14. Thank you.
Thank you.
Леон Андерсон. Thank you.
коллектив «Продже Калимов». Thank you.
почтим женского баскетбольного клуба «Спартанка». Коллектив «Прочек» Голливуд. Последние минуты второй четверти. Группа поддержки женского баскетбольного клуба «Спартанка».
коллектив «Проджи Галево». Шесть.
296-й номер есть у нас в зале. Есть номер? Есть? Вот он, наши к нам. Снежный трибун, спешите к нам. Есть первый победитель нашего города. Итак, первый победитель показывает номер 296. Встречайте на показку обратно, она может пригодиться. Вдруг кто-то из девчонок попадается. Посмотрите еще раз, как это интересно. Как зовут вас? Артем. Нет, я же в смысле поболеть за нее. От следующих поздравляем, фотографируйтесь на память. Конечно, наш талисман. Улыбайтесь и потом не забудьте посмотреть свои фотографии. У нас на сайте фотогалереи огромное спасибо за участие в лотерее, за то, что болеете за нашу команду. Итак, второй приз. Кружку и значок с логотипом «Спарты» от нашего нового партнера. Фотостудии «Фотки у дома». «Фотки у дома» получает номер. 074. 74 номер. Внимательно смотрите на вас. Сверхник трибун спешит к нам. Наша болельщица сегодня за кружкой. Что это? Кружка? Кружка. О, кружка, магнит. И что, и значок? Значок Спарта-РФК. Красивый значок Спарта-РФК. По нему можно будет проходить бесплатно в зал на следующие матчи. Вот она, вторая победительница нашей лотереи. Dream Team участвует. Показывайте девушке номер на программке. Программу забирайте обратно. 74-й, представьте, как зовут вас. И на следующий поздравляем. Получайте ваш приз. Фотографируйтесь на память. И Dream Team участвует с группой поддержки. Улыбайтесь в камеру. Огромное спасибо за участие в нашей лотерее, что болеете за нашу команду. Третий приз – подарочный сертификат на 1000 рублей от наших друзей современных фитнес-студий и многопрофильного салона красоты для всей семьи, мастерская красоты над Белокаменным шоссе, а также мягкий талисман «Спарты». Да, вот он, мягкий талисман «Спарты». Dream Team, вы что, знаете номер? 008. Точно не 800? А, 008. Или 800? Отдадим любому. 008. Спешите, есть ты. 008. Какой замечательный номер. Почти что эксплор. Итак, куда 008 такой красивый номер ушел? Где? Что? Кто? Где? Итак, 008 отсутствует в зале. Вращаем барабан подолой. Опять вращаем барабан. И этот подарочный сертификат плюс мягкий талисман Спарты Dream Team получает номер 177. 177 номер. Такой номер есть, да? Вот он, спешит верхний трибун к нам. Спускайтесь к нам. Пропустите счастливого обладателя сертификата на 1000 рублей. Плюс мягкой копии нашего такого крупного Dream Team'ыча. Наши болельщики спускаются к нам.
и юные, и постарше. Ждем вас. Инстаграме и на афишах нашего города, приходите поддержать Спарту.
Победа победителя первой формы.
Камила Агун, номер 6, 2-й холл. Thank you.
Группа поддержки женского баскетбольного клуба «Спартак». Коллектив «Прочер» Галимов. Thank you.
номер 12 и второй фолл. Анастасия Комарова.
Нина Владимирович, номер 8, 2 фон. Замена спортивка на площадке Морган Белыч, номер 21. Закончилось третье четвертьфинальное ничья 62-62. Дорогие болельщики, женский баскетбольный клуб «Спартак» приглашает вас на ближайшую домашнюю игру нашей команды. В воскресенье 20 октября в дворце спорта «Римная» состоится матч премьер лиги чемпионата России, в котором нашим соперником будет «Динамо» из Новосибирска. Начало матча в 16:00. Вход свободный. Ждем вас на трибунах дворца спорта. А за последними новостями «Спартак» и всех событий следите на нашем официальном сайте. Thank you.
на площадке Анастасии Комарова. Yeah!
Статетка на площадке Севера Валентина на номер 3 и номер 20 Морган Гёрч. Thank you.
пишет так.
счета 80-71 победу одержала команда «Спартанка». Бедная Россия! Дорогие болельщики, женский баскетбольный клуб «Спартанка» приглашает вас на ближайшую домашнюю игру нашей команды. В воскресенье 20 октября в «Дворце спорта Видное» состоится матч премьер-лиги чемпионата России, которым нашим соперником будет «Динамо» из Новосибирска. Начало матча 16:00. Вход свободный. Ждем вас на трибунах «Дворца спорта». А за последними новостями «Спартака» и анонсами всех событий следите на нашем официальном сайте www.wcs.ru. До новых встреч! Я буду в кафе.